рвал я в прошлом году. Топором рыл яму, сажал такие три, он вырос. Видишь, вот это вот годовой прирост. Ну да. Не закончился. О, поймали рыбину, смотри. Кто знает, кто ее. У нас слабоват улов сегодня. Слабоват, явно слабоват. Одна рыба всего. Одна рыба всего, да, один там какой-то... Не как всегда, не как. Да, да. Наливай коньяк тогда, что остается делать тогда? Да, не как всегда. Ну ладно, пойдем. Ну давай выпьем за рыбалку. Давай. А где твоя эта? Вон она. Вон она. Половничек, да? Половничек. Да? Это у нас такая. Ты разливай лучше, я что-то второй раз ей больше налил, чем нужно. Мирная хорошая. А я вот не рассчитал. Больше, явно больше, чем первый раз. Первый раз у меня хорошо получилось. О, вот так. Так, а я больше налил. Она, понимаешь, там она широкая, и она резко сразу прибавляет потом. Чуть выше, и она уже экспоненциальная. О! Видно ее там, да? Рыбу? Хорошо. Давайте. Давай, заладогу, Саша, заладогу. Заладогу. Мы в раю. Мы в раю, просто. Мы в раю, прекрасно. Да. Чайки, птицы. Тишина, вода теплая, летом, да. Море, солнце. Рыба свежайшая, свежайшая рыба. Мы ее сегодня будем жарить. Ну я ее тогда, ладно, без дощечки сделаю тебе. А как ты ее поймал-то, расскажи? Поймал на червячка. Потому что форель, она клюет вот в это время года. Она клюет исключительно на червячка. Вот такие руки рыбаков. Сейчас мы сделаем филе кусочки. Это красная рыба, оказывается. Так, ну вот у нас не было... Красная рыба? Икры. У нас сейчас не было икры. Немножко рука повара дрогнула, видишь, у меня не получилось филе. Не, не, конечно, она сейчас получится. Здесь нужна вилочка такая, которая держит хвостик. И очень, очень острый нож. А рыбку не жалко тебе? Жалко. Что же делать? Так, филе. Ну ты знаешь, что один из апостолов был рыбаком? Да, а это мы сейчас посыпем солью и обгложим. И с коньячком, да? Да. У нас ничего не пропадет. А это съедят чайки. Потому что их тут много, летает чайки. Вообще тут так прекрасно, я тут просто балдею. Казан. Баранья шурпа. Там еще и баранина есть, что ли? Конечно. Сколько там, два барана или три барана? Сколько там? А, у нас два барана, значит там два барана. Нас два барана, поэтому там два барана. Я понимаю, да. Ну, мы сделали мало, потому что нас мало самих, правильно? Если было бы человек 10, мы бы сделали на 10. Пойдут потом и кедры.
шишки будут. Дети пойдут. Дети пойдут. А те шишки будем, орехи. И потом все щелкать. Будут ездить, будут все. Вот на Ладоге кедры растут. Маша будет орехи щелкать. Да, да. Давай, давай, давай. Ну вот, вот пока так у нас пока нету посуды, поэтому мы вынуждены пить вот так вот. Поварёшками. Пьем поварёшками. В походных условиях, ложку я. В походных условиях, да. А, ложку, у меня ложка есть. У меня. Ну давай, хорошо. Ну давайте, давайте. Ну вот, добрались мы наконец до Ладоги. А смотри, какое солнышко-то вышло все-таки. Давайте. Да, вышло. Ну давай. Рыбаки-гуманисты в этом году. У нас девиз такой. Поймал, отпусти. Значит, рыба получает стресс, и она потом зато растет хорошо, да? Не, ближе, ближе к берегу бросай, чтобы было видно, как они поплыли. Ближе к берегу бросай. О-о. Поплыли, смотри. Поплыли, вон они. Вот сюда бросай, да. Ага. Вон они плывут. Не спеша. Все, отпустили. Ну и все.